Здравствуйте! Всем привет! Вот мы подумали, что-то у нас давно не было влогов. И сегодня решили его для вас снять. Покажем вам фрагменты нашего дня. И сейчас мы идем на пляж. Купаться. Это не отдых, это наша жизнь. А вот вам мы можем помочь организовать удачный отдых в Болгарии. Ой, гранат! Смотрите, и цветет, и уже вон появляются плоды. Красота-то какая! Дорога на пляж лежит у нас через парк. И канал, который выходит в море. Канал, скажи. Ну а пока отвечу вам на тот вопрос, который мне очень часто задают. Откуда у меня такой замечательный загар? Ну, загар, потому что я здесь с самого начала апреля принимаю солнечные ванны. Это раз, постепенно, не напрягаясь. В общем, я не ставлю задачу загореть, а я ставлю задачу получить здоровье от солнышка. Второе. Я не пользуюсь никакими кремами, ни с какими факторами, ни для загара, ни от солнечных ожогов и так далее. Я пользуюсь исключительно натуральными маслами, которые производятся в Болгарии и которые по очень приятным ценам продаются здесь. Ну и также я изготовляю масла сама. Ну вот, например, из жасмина, из роз, которые я делаю на основе качественного оливкового масла. Вот так, все просто. Вот и сейчас, перед тем, как пойти на пляж, я намазалась маслом с жасмином. Я думаю, что даже можно, наверное, увидеть, как блестит моя кожа. 15 минут прогулочным шагом от дома, и вот мы уже на пляже. Ну а рядом горы. Правда, болгары за горы не считают. Ну, мы привыкли так называть. Обедаем мы на нашем балконе. Погода сегодня замечательная. И нас сегодня ждет овощное рагу с курицей. Ну, в общем, здесь все, что было, все туда и положила. Здесь и молодая фасоль, и картофель, и баклажан, и морковка. Что-то еще было, уже забыла. А еще у нас, конечно, зерновой хлебушек. Вот, но я хочу вам показать вот этот салатик, который я приготовила по рецепту Марины Мастеровой. Она говорит, что получила этот рецепт от своей мамы. Называется он весенний. Вот. Значит, основные компоненты здесь яйца, картофель и зеленый лук побольше, и огурчики молодые. Вот. Но, естественно, я внесла сюда болгарский акцент, потому что, во-первых, положила еще побольше зелени, укропа и петрушки туда, и, во-вторых, поскольку в Болгарии нет сметаны в нашем понимании, а майонез мне их совершенно не нравится, то я все это заправила кислым молоком. И получилось очень и очень вкусно. Так что привет, Мариночка, и большое тебе спасибо за рецепт. Мы, между прочим, уже третий раз этот салатик делаем. Сегодня среда. И мы идем к Мариану на массаж. Мы пользуемся его услугами уже несколько лет. И я даже представить себе не могу, как бы я решала проблемы со своей спиной без Мариана. Мы его и нашим гостям, приезжающим отдыхать в Арну, рекомендуем.
и все они очень довольны. Это точно. Ну что, можно и к культурным мероприятиям переходить. Сегодня идем в частную художественную галерею «Ларго». Первый раз в Варне мы ее посещаем. О, приятная встреча. Это наш друг Яков. Фотограф, блогер и свой человек в арт-кругах Варны. Яков познакомил нас с очаровательным директором этой галереи Нелли Вылчевой. Ну и, конечно, мы мило побеседовали и обсудили возможности нашего сотрудничества в дальнейшем. Ну и как вам наш денек? Лайк-то он вашего стоит? Вот так протекает наша жизнь в Варне. Это одна из вариаций нашего дня. Ну а про другие вариации мы вам расскажем в следующих наших видео. Оставайтесь с нами и заходите почаще к нам в гости.